как и говорил ранее, что будем чаще с вами встречаться. Скажу сразу, не стал торопить события, не посоветовавшись с вами, не выяснив мнение, как работает партия, каковы основные тенденции и направления. Но на 19 октября собрали партийную конференцию, где обсудим работу в партии, где еще раз в том числе будет и проводиться ротация кадров, я это не скрываю. Поэтому готов ответить на ваши вопросы. В этот раз у нас была выборная кампания, вы знаете, 74 мандата в области у нас проводили выборы, это крупные были в Аткарском, Красноармейском, Романовском районе, там 59 мандатов, до выборы были в Саратовскую областную думу, в Саратовскую городскую думу. Из 74 мандатов «Единая Россия» победила в 68 случаях, взяли мандаты. Таким образом, 91,8% победили члены партии «Единая Россия». Одна из самых обсуждаемых тем последних недель – это главврачи и миллионеры. Вот к чему она в итоге может привести эту тему? Актуальные темы, и я смотрю, они очень поддерживаются средствами массовой информации. И когда подняли эту тему, увидели, что в декларациях, то есть вот в простом экономическом открытом документе, слушайте, мы задали вопрос, обоснуйте, пожалуйста, свою заработную плату, обоснуйте свой доход. И те главные врачи, кто обоснует его, пожалуйста, пусть работают. Но те главные врачи, у которых родственники работают в таких же коммерческих организациях здравоохранения, где поток за счет государственных средств переводится в частную клинику. Слушайте, ну это так не пойдет. Мы же не о такой медицине говорили. Поэтому создана губернатором комиссия. Я знаю и говорил с Валерием Васильевичем, что он хочет идти и разобраться в этом вопросе до конца, отметя, те или иные, понимания, что этот врач уже давно, что вот тут и этого жалко, да вопросов нет. Мы же их не изгоняем куда-то, мы просто говорим, идите, если у вас там сын работает в коммерческой организации, идите в коммерческую организацию, там возглавляете или как-то по-другому. Но так быть нельзя, когда врач получает там 20-30 тысяч, врач какой-то больнички, а главный врач, слушайте, извините, доходы больше 20 миллионов рублей. Мы не напали на богатых врачей или чтобы поднять уровень дохода бедным врачам. Я бы не стал так разделять наших врачей. Во-первых, то, что саратовское здравоохранение одно из лучших, имея свои традиции, имея прекрасную базу медуниверситета, имея в том числе и средние специальные учреждения здравоохранения, никто об этом не говорит. У нас делают хорошие, прекрасные операции. Я больше того замечу, что я знаю ряд коллег, которые из Москвы, из других регионов, приезжают к нам сюда на простые даже операции. Саратовские врачи, они на самом деле высокопрофессиональны. Мы не об этом говорим. Мы говорим не о том, чтобы врачам ограничить их доход в рамках действия закона. Мы лишь говорим о том, пожалуйста, врач имеет возможность работать и в государственной структуре, и после отработки время в государственной, за счет там своего отпуска или дополнительного времени, работать в частных структурах. Мы говорим о том лишь, что главные врачи, когда за счет ОМС и средств федерального бюджета ведут лечение больных, они не должны их посылать в свои частные клиники для того, чтобы они проходили повышенную стоимость за флюорографию, повышенную стоимость за другие виды обследования, а потом, собрав эти деньги государственные, перечислять в частную клинику. Вот мы только об этом говорим. Хотел бы продолжить тему семейственности и мультимиллионеров. В Саратове есть довольно известный разветвленный клан латифундистов-мультимиллионеров Алешина. Андрей Алешин, Марина Алешина.
оба стали владельцами своих активов в те времена, когда вместе с родственниками работали на госслужбе или муниципальной службе. После многочисленных журналистских расследований руководители этого клана отстранены от работы в госструктурах, но их родственники работу там продолжают. Ну, как пример. Отец господина Алешина, он занимает ответственный пост в одном из муниципальных учреждений, дочь Ирина работает руководителем в колледже, еще одна близкая знакомая Наталья Алымова возглавляет в Энгельсе одно из госучреждений. Вот вы часто напоминаете местной элите о недопустимости семейственности и кумовства. Вот как вы считаете, вот может быть членам этой семьи пора уйти в привычное дело в бизнес и уже перестать вот это государственно-частное партнерство в кавычках изображать? Неважно, фамилия это Алешина или другие какие-то, клановости не должно быть. Когда один из моих знакомых врачей мне говорит, ну а как же так вот, у меня где должен сын работать, если я главный врач? Я говорю, а почему бы ему, твоему сыну, не поработать обычным врачом в этой же твоей больнице? Ради Бога! Вот тогда это называется традицией, да, вот тогда это называется там передача от одного поколения к другому. Но когда, извините, у тебя все руководящие органы, все твои родственники занимают руководящие посты, надо вот тогда уточнять. Способен он это занимать или нет? И если такие случаи есть, тут нужно проверить, насколько они профессиональны, вот и все. Опять мы не должны... Вот самое главное, чтобы мы сами для себя понимали и отстаивали эти моменты, что нельзя путать принципы. Принцип профессионализма и... семейственности – это два разных вида. Мы не против того, чтобы люди, даже их родственники, работали в профессии, если они профессиональны. Мы против того, чтобы те или иные родственники, пользуясь случаем, что их покровители занимают какую-то должность, просто их расстанавливали на должностях. По-всякому ко мне можно относиться, но, ребята, милые мои, посмотрите мою трудовую книжку, где я прошел должность от младшего специалиста в городской администрации, ведущий, консультант. Я прошел эти должности. Это одно. Поэтому, если у тебя твой родственник или отец, сын занимает должность руководящую, я считаю, что здесь должно быть отношение ко всем одинаково. Поэтому, да, здесь нужно поднимать эти вопросы и смотреть, может ли он исполнять эти обязанности, или он был, или она, тот или кто-то назначен чисто лишь из-за того, что его родственник занимает какую-то властную ступень. Так не должно быть, такое отношение к власти.